Открытый телеканал представляет. Мы все-таки встречаем человека по душе или по внешности. Вот я даже спрошу еще проще. Любовь с первого взгляда, она все-таки по душе или по внешности? С первого взгляда это когда тебе бросается в глаза. Тогда бросается в глаза то, что ярче. Ну вот любовь с первого взгляда, когда ты уже жить не можешь, когда ты ходишь, только думаешь, вот... Допустим, они... Нет, но если уже идет в осознание, то тогда уже первый взгляд не поможет. То есть взгляд, он внешний все-таки, да? Да, это все просто слепит. А потом, когда это в сердце входит? Да, а потом, когда ты уже начинаешь ближе смотреть, то это уже не любовь и не первый взгляд. А что это? Это уже ощущение подобия, близости, понимания, преданности и так далее. Вот эти вот, допустим, люди, которые живут по 50-60 лет вместе, это уже идет из подобия свойств, иначе бы они не смогли так продолжать? Ну, конечно. Те люди, которые живут больше десятка лет, да. Даже десятка всего лишь лет, они уже живут тем, что нажили вместе, теми общими чувствами, свойствами, пониманиями и так далее.